А теперь из-за статистики по заболеваемости коронавирусом. 95 жителей региона заразились ковидом за минувшие сутки. Из них 18 дети. Такие данные сообщает региональный оперативный штаб. В Волгограде 26 новых заболевших, в Волжском 22. Среди муниципальных районов наибольшее число зараженных в Урюпинском и Серафимовичском районах, где заразились 9 и 4 человека соответственно. Полную картину вы видите сейчас на экране. Победить инфекцию смогли 55 волгоградцев. Летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано.